После начала армяно-азербайджанского нагорно-карабахского вооруженного конфликта, приведшего к оккупации 20% территории Азербайджана и изгнанию с родных очагов более миллиона азербайджанцев, армянские сепаратисты и поддерживающий их официальный Ереван развернули настоящий целенаправленный погром памятников историко-культурного наследия азербайджанского народа. Под маховик фальсификации и уничтожения попали тысячи памятников, в том числе и имеющих мировое значение. Воспользовавшись ситуацией, армяне решили присвоить находящиеся в Карабахе археологические памятники и материалы, получаемые во время раскопок. Но это в такой степени невозможно, потому археология – точная наука. Археология – это доказательство. То есть раскопал, нашел, значит доказал. Историю как изучают? Исследуются верхние и нижние культурные слои обнаруженных памятников. И на основе находок изучается прошлое. На сегодняшний день на оккупированных территориях Азербайджана разрушено армянами или находится в плачевном состоянии ряд историко-архитектурных и археологических памятников мирового значения. Мавзолей Гулумуса Оглы 1314 года постройки в Ахдамском районе, Гинджасарский и Худовенский 13-17 веков монастыри в Кельбаджарском районе, мосты 12-15 веков на реке Арас в Джабраильском районе, памятник средневекового градостроительства город Шуша, Азыхская и Таглавские пещеры, места обитания первобытного человека периода палеолита в Физулинском районе, поселение Чалаган-Тепе или Ла-Тепе периода Энеолита, Узерлик-Тепе периода бронзы в Ахдамском районе, комплексы курганов периода бронзы в Ходжалинском и Джабраильском районах. Армянские националисты пытаются обосновать существование на этих землях Армении, поэтому пользуются тем, что в Азербайджане в разные исторические периоды было толерантное отношение к христианству, то есть церкви не трогались, христианские общины не трогались. Они захватили церкви, присваивают эти церкви. И в то же время методично разрушает исламские, мусульманские, исторические памятники, свидетельствующие о том, что азербайджанцы проживали на этих землях. Примечательно, что как на оккупированных территориях Азербайджана, так и в самой Армении, тысячелетний слой, относящийся к исламской эпохе, полностью уничтожается. Находки, сделанные в этих слоях, не находят никакого научного отражения. То есть так получается, что того тысячелетия на этих территориях не было, потому что это тысячелетие связано с историей азербайджанского народа. Также археологи Азербайджана считают непростительным по отношению к археологии и мировой истории уничтожение ходжалинских курганов эпохи бронзы. Эти курганы свидетельствовали о тесных и постоянных торговых связях древнего Азербайджана с государствами Древнего Востока – Египтом, Финикией, Ассирией. Так, материалы этих курганов вызывали восхищение и изучались такими титанами исторической науки, как Мар, Мещанинов, Петровский, Дьяконов, Крупнов, Арбели и другими. Ныне эти курганы пали бессловесной жертвой армянского вандализма. Заур Мехтиев, Рашат Агамалиев, CBC.